все в руках Всевышнего. Как заблагорассудит, так оно и произойдет. Мой девиз – страха нет. Человек хороший, я желаю ему удачи. Сопернику я пожелаю удачи. Старший брат выступал тоже. И как бы он был примером для меня. Я пришел сюда победить, и я настроен только на победу. Сам тоже борюсь, но мне ближе стойка. Мой девиз – никогда не сдаваться, а идти до конца. Считаю, что настоящий боец должен обладать такими качествами, как честность, бескомпромиссность и умение мыслить в самый нужный момент. Для меня это моя жизнь и в клетке, и за клеткой. Моя цель – чемпион мира. Слышал много хорошего о том, что клуб «Оплот» развивается. Даже в Америке он слышал об этом клубе. Для него является честью выступать здесь. Рад присутствовать здесь и участвовать в этих соревнованиях. Говорил наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, лучше умереть, чем быть вторым. Клуб «Оплот», слышал, что он хороший бойцовский клуб, и в нем тренируются хорошие спортсмены. Я плод слышал, вот знаю, что он является одним из лучших клубов Москвы, вот и желаю ему дальнейшего успешного развития.